Приветствую всех любителей Раста и всех тех, кто следит за его развитием. Ну что, пришло время сделать обновление, да, обзор обновлений. Хотя обновлений с прошлого выпуска не так много, но есть интересные обновления и факты. Сразу хочу сказать, что все эти факты про игру я беру только с официального сайта разработчиков Раста, с американского сайта. Поэтому информация 100%, 146%. Во-первых, что? Вы видите, у нас переделали заставку. Раньше был медведь, и там мужик наполовину застрявший в земли. Это была нормальная ситуация, да? Ну, сейчас, конечно, стало лучше. Очень красивая заставка. Волчонок, которого мы находили, по-моему, в самом первом выпуске. Помните, я делал бонус? Волк. Мы видим, он шевелится кусты. А вот, видите, слева за деревом кто-то срет. А, нет, ладно, показалось. Хорошо, let's go. У нас доступно только два. Ох ты, новые сервера появились. А, это баг. Такой бажик, да, что он дублирует. Ну, это ничего страшного. Ну вот, доступно только эти сервера. Let's go, посмотрим, что у нас еще появилось нового. А я знаю, что да. Появился очень интересный режим, которого не было в старом Расте. Я думаю, вам это понравится. Но это будет чуть позже, Господи Иисусе, кто-то на мне стоит. Матерь Божья, что? Это что за бред такой? А почему я респавню все время в одном и том же месте? Смотрите этого дебила. Не, это какой-то баг. Вы сами видите, это просто баг. Я даже клавиатуру не трогаю. Матерь Божья, что происходит? Что за бред? Почему я так дергаюсь-то? Тварь тупая. Почему я дергаюсь? Он, наверное, даже меня не видит. Это перс такой, кстати. Перс такой баг. Я ему в жопу попал, по-моему. О. Ладно, давайте мы же перезайдем. Первый раз такая фишка. Перезайдем. Я хочу нормально. Дайте мне нормально. Вот еще раз смотрим, пинг 199, давайте все, зайдем. Так вот, начнем. Сначала я хочу глянуть факел, давайте глянем факел. По-моему, изменили анимацию у факела. Сразу говорю, что видео будет интересным, здесь будут интересные факты. И кое-что еще вкусненькое. Ой, так, давайте, вот вы видите, я перезашел, все мои итемы сохранились. То есть я положил оружие, видите, все сохранилось. То есть игра сохраняется при выходе. Факел, давайте мы сейчас зажжем факел. По-моему, переделали его анимацию. Да, видите, он стал бить по-другому. Помните, в прошлый раз я снимал, он бил, как будто тыкал себе в пах. Сейчас он бьет уже нормально. Также, видите, по-другому начал зажигать. Он рукой теперь начал тушить, смотрите. То есть он пердит, зажигает. Ну-ка. Так, как там сделать от третьего лица? Вот. Как он вообще зажигает факел? А, так я не вижу факел. Стоп. Да, ну они, видите, еще не сделали анимацию от третьего лица. Но от первого лица видно, что он зажигает теперь рукой, зажигает и тушит рукой. Или что там зажигает? Ну вот, изменили факел у нас, да? Такой fire, fire, magic, magic fire. Хорошо, и также можно бить. Скорее всего, он будет наносить урон даже огнем. Теперь, идем дальше. Про факел мы посмотрели. Теперь, оружие, да? А третьего лица они не изменили? О, господи. Вообще какая-то фигня, какая-то лагает. Короче, а третьего лица они не добавили перезарядку? Почему он не стреляет? А где звук? Стоп, что-то вообще ненормально творится. Ну-ка еще раз. Пойдем на другой сервак. Так был же звук стрельбы всегда. Странно, странно. Не дают нам сделать выпуск. Ну, мразь. Ну, за что? Да срать, срать. Давайте, главное, дайте мне нормально. Еще раз. Беру пушку, ставлю в слот. Ну, вот, другое дело. Все. Смотрите, то есть, от третьего лица он не перезаряжает. Но, во-первых, теперь враги слышат выстрел. Помните, когда я снимал, была PvP-перестрелка, враги не слышали выстрел, они слышали там удар об землю такой. Типа, когда ты бьешь молотком. А вот сам такой звук они не слышали. Теперь это слышно. Во-первых.
Во-вторых, добавили теперь... Ох ты, нифига там понастроили мазохисты. Добавили следы выстрела, следы пуль. Давайте я вам покажу. Потом построим. То теперь видно пули. И, кстати, очень красиво видно. Ля-ля-ля. Так, let's go. Давай, братюня, давай. Ну, вот так вот для нашего обзора. Ну, стенку мне запили. Так. Вот, теперь берем нашу пушку. Извиняюсь, что ночь, но вот в игре такое ощущение, что постоянно ночь. Как не зайду, все время ночь. О, видите, плюшка появилась, да? И исчезла. Пока так все просто, да. То есть появилось, время прошло, исчезло. Но они уже работают над этим, то есть видно, что будут хорошие следы от пуль. Давайте глянем еще раз. Вот, вы видите, очень красивые следы, то есть, можно сказать, что одни из лучших. Наверное, красиво выглядят. И не похоже на текстуру, знаете, как будто реально, да, дыра, смотрите. Вот как будто реально дыра, ну-ка. Во, вот вообще офигенно выглядит, очень красиво. Ой. Все, идем дальше. Теперь. Мы посмотрели все, что можно было визуально, теперь информация, да? Во-первых, добавили, ну, скорее всего, скоро я уже это сделал в обзоре, добавили одежду тканевую. То есть у нас есть такая одежда, да, красная, но также есть тканевая, то есть белая. Ее уже добавили, и скоро она будет уже в режиме тестирования, то есть мы сможем ее тестировать. Также, видите, вышло вот это вот обновление, теперь проработали камни, теперь будут вот такие вот камни. Не знаю, кому это надо, но кому-то, видимо, надо. Вот разные такие камни, строения из камней необычные, то есть не просто такая куча говна, да, вот такие вот булыжники. Дальше. Что у нас дальше? В игру добавили, и скоро опять будет, то есть это пока добавили на стороне разработчиков, а уже потом перенесут в тестирование и потом уже, скорее всего, в официальную версию. Добавили зиму, да, господа. Что это черная точка? Тут напердел. Вы видите, реально какое-то черное пятно шоколадное. Добавили зиму, то есть в игре будет зима. Добавили текстуры и так далее. То есть будет снег лежать и тому подобное. Поздравляю вас. Дальше. Это я говорил, самое вкусное будет в конце. Дальше что еще добавили? Добавили опять в режим разработчиков, пока здесь у нас нету. Ну, волки есть. Кроме волков, кто еще будут? Будут кабаны. Кабанов уже сделали, модель уже есть. Олени. Олени уже сделали, модель уже есть. Медведи. Ну, медведя вы видели. Он был на заставке, когда я показывал, снимал. То есть уже минимум 4 обычных существа добавили. Это волки, кабаны, олени и медведи. Они уже полностью сделаны. И скоро они будут здесь, и я вам покажу обязательно. Запомните меня всегда. И теперь самое вкусное. Добавили новую эту возможность. Теперь есть режим наблюдателя. Спектр, да, господа. Это то же самое, что было в Counter-Strike. То есть теперь пока что могут все делать, но потом могут только администраторы. Теперь, если вы администратор, вы можете наблюдать за любым игроком на сервере. То есть, что он делает, бегает. То есть, смотрите, это не как раньше. Раньше, чтобы наблюдать за игроком, вы сами шли к нему. Нет, играя за админа. Теперь вы просто делаете вот так. Сейчас это может сделать любой. Потому что разработчики написали, они ввели этот режим, самое главное для чего? Чтобы можно было наблюдать за багами, как играют другие люди. И сейчас мы это сделаем, мы посмотрим, как играют другие люди. То есть нажимаем F1 и пишем Spectacle. Spectacle? Я сфидел. Ну что, let's go, господа! Будет немного подлагивать, да, не забывайте, что я сейчас на американском сервере, здесь у меня пинг 200. Ну вот, нажимаем на пробел. Опа, внизу слева это спектактинг. Куча написано, за кем мы смотрим. Мерцелоп. Это американский сервер, потом здесь много... О, нифига, он дерзкий полцик. Неадекват. Он, наверное, даже не подозревает, что за ним смотрят миллионы. Вот такие вот пироги. Потом это смогут делать админы, а возможно, потом даже сделать какой-нибудь режим для соревнований. Я всегда говорил,
Да сделайте вы из Раста дополнительный режим игры, Counter-Strike. Да у вас все готово. Люди есть, оружие есть. Сделайте просто маленькую карту с двух сторон, террористы и такие, или террористы-зомби. Профит. Counter-Strike готов. Вот видите, какой он дерзкий, он бежит, стреляет в пол. Смотрим дальше. О, у нас здесь морячок. Морячок. Очень хороший режим, мне нравится. Можно будет реально заблюдать, анализировать. Кстати, все бегают, видите, все любят оружие, заметьте. Ну-ка, смотрим дальше. Вот, у нас есть строитель. Он думает, как построить. А, он стреляет в стенку, смотрите. Или он бьет стенку. Он, наверное, бьет, а не стреляет, да. Вот, теперь он взял оружие. Лук. Ну-ка, а что здесь еще можно делать? Можно как-то там крутить? От первого лица нельзя? Подождите, сейчас. Не, пока от первого лица нельзя. Но, скорее всего, можно будет потом от первого лица, я уверен. Видите, он стреляет из лука. Ну, вообще неадекват. Ну-ка, так, дайте его забаню. Нет, не будем банить. Ну-ка, еще глянем. Гоу-гоу-гоу, так. Ага, я все вижу. Это просто стоит. Во! Первобытное существо нашло камень. О, решила добыть камень. Решила пострелять в камень. Так, существо не понимает, что нужно делать. И решила забить на это дело. И пошло бегать и стрелять. Бегать и стрелять. Все стреляют, заметьте. Немного подлагивают, но опять же, они пока тестируют траву. Траву меняет постоянно с землей. Наверное, через день меняет ее. Поэтому то есть лаги, то нету, то есть, то нету. Сейчас у меня 22 FPS, это запись. Но играть, в принципе, можно. Здравствуйте, дяденька. Так, вот он просто думает, куда он попал. А, вот, все, он подумал. Вау, я могу строить? Сейчас он, наверное, построит домик. Давайте глянем. Так, окей. О, мы видим, как эволюционирует мозг, понимаете? Не знаю, из примитивной молекулы. Идет эволюция. Так, так, он смог, он начал прыгать, окей, розовые всякие плюшки летят. Так, он начинает понимать, он делает пол. Что у него в руках? Что это такое? Это топор? А, это банк. Все. Так, он смотрит в пол и думает, это же пол. Это же самый настоящий пол. И вот здесь происходит эволюция. Он построил стенки. Да. Все, я полюбил этот режим. Можем наблюдать за эволюцией мутантов. Так, опрожигая свой писюн. Окей. Подпалил немножко волосы. Так, мы видим, да. Ну, завоняло паленым. Я чую. Так, все, ну-ка. Ну, вот так вот. Все. Вот он нашел камень, который добавили в этом обновлении. Кстати, также можно будет находить читеров, ах, легко. Написал кто-нибудь в чат, а это там мужик летает. Админ взял, переключился моментально за пару секунд и наблюдая, сидит там, орешки кушает. Ну все, всем спасибо за просмотр. Да, я показал, в принципе, все, что можно было показать, все, что добавили. Как добавят новое, я сделаю обязательно новый обзор. Скоро, по идее, ну через неделю тоже появится что-нибудь интересное. Но будем надеяться, что что-нибудь ведут новое пораньше. Вот он построил как-то... А, кривой домик у него. Во-во. Так думает. Ну ладно, все, всем пока. Всем удачи.